Участились случаи велосипедных краж, причем не только в городе, но и в селах. Для предупреждения подобных правонарушений среди жителей проводят разъяснительную работу. Как правило, летом многие взрослые пересаживаются с четырехколесного транспорта на двухколесный. К тому же это пора активного катания на велосипедах детей, которые зачастую оставляют их без присмотра. Этим и пользуются воры. Как обезопасить себя, инспекторы Жимбитинского сельского округа рассказали в ходе оперативно-профилактического мероприятия. По итогам рейдов 15 велосипедистам вручены предупреждения. В июне зарегистрировано 3 кражи велосипедов. Все они раскрыты. В одном случае кражу совершил взрослый человек, а в остальных несовершеннолетний. Мы проводим профилактические мероприятия. Кто-то относится с пониманием и принимает к сведению замечания, а кто-то, к сожалению, говорит, кто его возьмет. Призываем жителей ответственно относиться к своему имуществу, не оставлять велосипеды без присмотра, пользоваться замками.